Приветствуем всех на канале интернет-магазин пряжи пряжа.су. Сегодня подготовили красивый рельефный узор, такой еще не вязали. Подбираем под мужские джемпера. Можно связать также свитер, кардиган, можно связать шапку таким узором. Он объемный. Это пряжа Лана Гросса Бинго Меланж. Заказать пряжу можно на нашем сайте пряжа.су. Ссылки оставляем в инфобоксе под этим видео. Переходите, можно ознакомиться с цветовой палитрой и оформить заказ на пряжу. Узор также подойдет и для женских изделий, и для плечевых, и можно связать плед. Хорошо держит форму и пряжа, и сам узор. Давайте приступим. Вяжется он очень просто. Раппорт всего лишь 2 петли плюс 1 для симметрии. Так, я набрала 8 петель, это на 4 раппорта кратно 2, плюс 1 петля для симметрии, это 9, и 2 кромочные, и всего 11 петель получилось. Будет 6 рядов и 1 установочный ряд. Установочный ряд вяжем так, кромочную снимаем и все петли лицевые. Сам узор у нас будет вырисовываться на изнаночной стороне. Так, вяжем все петли лицевые, установочный ряд мы больше не повторяем. И переходим к вязанию первого ряда раппорта. В первом ряду кромочную петлю снимаем и вяжем все петли изнаночные до конца ряда. Это первый ряд. В конце петля кромочная, кромочную вяжем изнаночной петлей. И переходим к вязанию второго ряда раппорта. Во втором ряду кромочную снимаем и вяжем все петли лицевые. Также в конце петля кромочная, кромочную вяжем изнаночной петлей и переходим к вязанию третьего ряда. В третьем ряду кромочную снимаем, 1 петля для симметрии, 1 изнаночная. И теперь вяжем раппорт. Накид изнаночная, накид изнаночная. И повторяем. Накид изнаночная, накид изнаночная. Накид изнаночная, накид изнаночная. И последнее повторение. Накид изнаночная, накид изнаночная. Петля кромочная. Вяжем четвертый ряд раппорта. Кромочную снимаем, 1 изнаночная. И теперь смотрите, у нас идет 2 накида и следующая лицевая петля. То есть из 2 накидов и лицевой петли нам нужно за задние стенки провязать 1 лицевую. Так, нужно правильно подхватить 2. И вот еще один накид. Так, мы провязываем за задние стенки 1 лицевой. И так повторяем. 1 петля изнаночная. И теперь 2 накида и лицевую петлю. Эти 3 петли нам нужно провязать за задние стенки 1 лицевой. И это весь раппорт 3-4 ряда. 1 петля изнаночная. 3 петли за задние стенки 1 лицевой. Так, ну, у нас тут, о, есть, 1 изнаночная и последнее повторение, 3 петли за задние стенки 1 лицевой и в конце 1 изнаночная, петля кромочная. Вяжем пятый ряд раппорта, в пятом ряду кромочную снимаем 1 лицевая петля и теперь вяжем так. Петлю пересняли, нить за работой, 1 лицевая. Повторяем. Петлю пересняли, нить за работой, 1 лицевая. И последнее повторение. Петлю пересняли, нить за работой, 1 лицевая, кромочная. И нам остался последний, шестой ряд. В шестом ряду кромочную снимаем. 1 изнаночная и также пересняли петлю, нить за работой. Повторяем. 1 изнаночная, петлю пересняли. 1 изнаночная, петлю пересняли. Петля кромочная. Так. Потеряли кромочную. Вяжем ее изнаночной. Все, мы провязали раппорт 6 рядов и теперь все повторяем с 1 по 6 ряд. Покажу еще раз сам узор.
вяжется, как вы заметили, очень просто, смотрится красиво, оригинально и объемно. Будет хорошо смотреться в мужских изделиях. И также можно связать женскую шапку, шарф, снуд или плечевые изделия. Напоминаю, что это пряжа Lana Grossa Bing Melange. Она идет с таким переливом. Заказать пряжу можно на нашем сайте пряжа.су. Оставляем ссылки внизу в описании в инфобоксе под этим видео. Переходите, оформляйте заказ на пряжу. Также подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых выпусках. И ставьте лайк, если вам понравилось сегодняшнее видео и узор. Редактор